Засниму. У ребят здесь вот какой пес. Ой! 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 Ты какой! Ой! Тебя привязали к машине, ты скоро машину утащишь. С хвостом отрубленным, отрезанным хвостиком. Тебе хвостик купировали, да, малыш? Да, да, такой. Хочешь играться, а тебя на цепи посадили, чтобы ты под машину не попал. Понимаешь ты, нет? Да, Роза, ты Роза. Мальчики, показываю вам, что будет, если мы будем открывать окно. Смотрите, здесь множество стрёс. Здесь не видно. Смотрите, что. Оп, тогда уже дальше не открывается. Там куча какашек птичкиных. И там маленькие-маленькие ласточки живут. Вот это вот все, если бы мы открывали вот это окно и нам падал свет, вот это все было бы в говне. Навалишь ножом? Давай кротам. Сейчас важно будет мыть, потому что это невозможно. И здесь собирается пыль. Вон, видите, все с дороги. И вот это вот какашки, их сейчас не откроешь. Их надо мыть. Там такая гора. Сейчас показать бы вам с другого балкона. Подождите. Какая куча какашек. Сейчас Вася это вымоет, а вон там он живут маленькие. Вон они. Видите? Ики-икис, ты мутруля, Инна Евгения, ты какие-то... Сейчас он это вымоет. И внизу, смотрите, сколько какашек внизу на асфальте. Это все вот эти вот делают. А представляете, какое бы у нас была вот эта штука. Вся обкаканная. Так что, девочки, мальчики, вот такие вот дела. Чего вы не открываете, чтобы у вас был свет? Вот мы не открываем все лето здесь вот так вот. Вот сейчас вас вымоет это дело. И с этой стороны тоже. И здесь тоже вот тут вот, тоже птички маленькие живут. Ой-ой-ой-ой-ой. Там такие маленькие мордочки торчат. Сейчас я не могу показать вам. Такие маленькие клювики. Там наверху. Сейчас вас вычистит здесь. Вот. Это они в апреле, в марте прилетают, вот с марта, пока они не улетят до сентября, у нас здесь вот такие какашки. Вот такие какашки. А зимой здесь это самое, вода. Ой-ой, какие-то эхиневра, да. Тапуляки. Ага. Да, не пролавишь, а ты Григорий. Этот, птички не вриажу. Опа, видите, да, летают, не вриажу. Не вриажу, не, какие-то пошуканят. Ой, Имана, кипотера, гиру-гиру, а ты пулято. Летают и кричат птички мамы, папы. Назад Вайс сломал там одно гнездо. Они прилетели, свели два гнезда. Он психанул, потому что свинствует. И взял, и сломал им. Думаешь, не будут жить, не прилетят. Прилетели два гнезда свили, а теперь там два гнезда. И в два раза больше срут. Чай пить он не идет. Что-то развел здесь, и теперь может полететь. Здесь эти самые плитки он приклеивал. Так все? Только уж заделывает щелки вот эти вот. Приделал плитки вот эти. Плитки отвалились две за 30 лет работы. 30 лет висели. Вернее, 28 лет висели. Два года он не мог приделать. Сейчас приделал. Все. Вот. Цай эти машины, по-моему. Верхом. Иду, иду в войну. Какие доли гайки. О, по ине воду туда. А, если там тут тоже по этой гике. Ага. Сейчас я везде сделаю. И доли гайки. Что у вас? А в то после где-то что после? Что после для кирилла? Не для банка. Для нам все кирилл. Сигнали Григора. Сохнет быстро, говорит, для таких работ. На, иду в Вайму. Вау, вау, вау.
Видите, они плохо сделаны, там внутри пусто, плохо пришлепали. А это как он приделал, видите, как звучит? А это... Айдо анадью, кита. Вот как здесь, а здесь как он приделал, видите, как стучит. Если мастер хорош, да, он говорит, я говорю, который мастер сделал, такой говорит, хороший мастер. Так вот, когда сам делаешь, всегда все проверяешь. Вот, да, Эйла, тебя этим уж помогу.